как наши любимые актеры из 90-х выглядят сейчас. И в 90-е годы они были для нас настоящим примером. Помните, мы смотрели фильмы на видеокассетах. Вот это были времена. «Бетховен», «Один дома», «Охотники за привидениями» — все эти фильмы стали классикой. Но где наши любимые актеры из 90-х сейчас? Они сильно изменились? Безусловно. И если вы хотите узнать, как выглядят ваши кумиры детства и юности в 2018 году, оставайтесь с нами до конца видео. Но перед тем, как отправиться навстречу прошлому, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на звоночек оповещений, чтобы не пропустить ни одной веселой и интересной новинки, которые выходят на Эдми каждый день. А теперь начнем нашу подборку с номера 14. Элисон Портер. Помните маленькую и очаровательную кудряшку Сью? Эту милую и забавную девочку сыграла Элисон Портер, когда ей было всего 10 лет. И хотя этот фильм вошел в золотую коллекцию мирового кино, сама Портер после нескольких небольших ролей исчезла с больших экранов навсегда. Но она увлеклась другим занятием – музыкой. В 2016 году Портер приняла участие в телепроекте «Голос», вошла в команду Кристины Агилеры и в конечном итоге стала победительницей сезона. Сейчас ей 37 лет, она поет в группе и пишет свои песни, а еще у нее семья и двое детишек. Да, время летит. Номер 13. Келли МакГиллис. Вы можете помнить Келли МакГиллис по главным ролям в таких блокбастерах, как «Свидетель» с Харрисоном Фордом и «Лучший стрелок» с Томом Крузом. Но на этих достижениях она не остановилась. Актриса успешно снялась еще в 50 картинах, до тех пор, пока не решила уйти из кино и посвятить себя семье. Сейчас МакГиллис 61 год, и она решила вернуться в киноиндустрию, снимается в фильмах и сериалах, и даже играет на Бродвее. Номер 12. Мэг Райан. В 90-х годах Мэг Райан была настоящей звездой романтических комедий и мелодрам. «Не спящие в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли», «Вам письмо», «Кейт и Лео» — вот лишь малая часть фильмов, за роли в которых зрители всего мира полюбили актрису всем сердцем. К сожалению, сейчас мы не часто видим ее на больших экранах. Зато она попробовала себя в качестве режиссера и в 2015 году руководила съемками фильма «Итака». Сейчас Мэг 56 лет. И будем надеяться, что мы еще полюбуемся ей в кино. Держим пальцы крестом. Номер 11. Кристофер Костей. Помните Теда из фильмов про Сенбернара Бетховена или «Проказника Марка» и сериала «Шаг за шагом»? Этих героев сыграл молодой актер Кристофер Костей, который в начале 90-х снялся еще в нескольких телевизионных проектах. Но после этого Кристофер принял решение уйти из кино. Сейчас Костелю 38 лет, у него степень магистра, и он преподает политологию в Калифорнийском университете Байола. Только представьте, что парень, который играл в ваших любимых фильмах детства, теперь учитель. Номер 10. Николь Том. Николь Том прославилась за свои роли в сериалах «Няня» и «Беверли-Хиллз 90-210». Но ее самым большим прорывом стал художественный фильм «Бетховен». Правда, в отличие от Костеля, Николь решила продолжить свою кинокарьеру и снимается в фильмах и сериалах до сих пор. И если судить по ее профилю в Инстаграме, она так же, как и ее героиня в «Бетховене», очень любит собак. У 40-летней актрисы есть очаровательный пудель, чьи фотографии она регулярно размещает онлайн. Номер 9. Марлон Уайанс. Марлон Уайанс – очень разносторонний актер, которого можно увидеть и в комедии «Очень страшное кино», и в драме «Реквием по мечте». Но его огромному таланту актерской карьеры было недостаточно. В свои 48 он очень успешный сценарист, продюсер и режиссер. Кроме того, он счастливо женат и имеет двоих детей. Так что один из ваших любимцев из 90-х чувствует себя более чем уверенно и сейчас. Номер 8. Мэттью Лиллард.
Мэттью Лиллард обладает уникальной внешностью, и не заметить его на экране фактически невозможно. Вспомните хотя бы «Крик», «Без чувств», «Это все она», «Скуби-Ду». Вот лишь часть его ролей. И, конечно же, он до сих пор востребован в индустрии кино. В 2012 году он выступил режиссером фильма «Миром правит толстый мальчик». А в 2017-м появился в продолжении сериала «Твин Пикс», где он сыграл директора школы. Но его приверженность киноиндустрии не помешала и личной жизни. 48-летний актер счастливо женат в течение 18 лет и имеет 3 детей. Номер 7. Билл Мюррей. О, Билл Мюррей. Кто же не помнит его доктора Венкмана из «Охотников за привидениями»? Но это далеко не единственная известная роль 68-летнего актера. А в некоторых фильмах Мюррей играет даже сам себя. Настолько культовым персонажем он стал. В настоящее время Билл не появляется в кино так часто, как раньше, но и от интересных ролей не отказывается. Так что вы и сейчас можете увидеть его на больших экранах и каждый раз огромное удовольствие наблюдать за его игрой. Номер 6. Алисия Сильверстоун. Алисия Сильверстоун прославилась благодаря своей забавной роли Шер Горовиц в фильме «Бестолковые» 1995 года. После этого она появилась в таких блокбастерах, как «Бэтмен и Робин», «Лишний багаж» и «Взрыв из прошлого». В настоящее время 41-летняя актриса – защитница прав животных и вегетарианка. Также она вновь вернулась в кино, поэтому ждем не дождемся ее новых ролей. Номер 5. Жан Рено. Жан Рено прославился благодаря роли Леона в одноименном фильме «Молчаливого наемного убийцы», который полюбился так многим. Неудивительно, что после успеха этого фильма французского актера тут же пригласили в Голливуд. Там он снялся в таких блокбастерах, как «Код да Винчи», «Ронин», «Годзилла» и во многих других. И хотя в этом году Жану исполнилось 70 лет, он продолжает активно сниматься и радовать нас новыми любопытными ролями. Номер 4. Энди Макдауэлл. Энди Макдауэлл начала свою карьеру еще в 80-х, когда была успешной моделью, но после этого она переквалифицировалась в актрисы. И не ошиблась. «Вид на жительство», «День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны» — вот неполный список известных фильмов с ее участием. В 2000 году Энди вернулась к модельному бизнесу и стала лицом косметической марки L'Oréal. В свои 60 она продолжает активно сниматься и быть матерью 3 детей. Номер 3. Николас Кейдж. «Скала», «Без лица», «Воздушная тюрьма», «Угнать за 60 секунд». В 90-х Николас Кейдж был очень востребованным актером, но он остается таковым и сейчас. Еще бы, ведь его фильмография насчитывает почти 100 фильмов. За роль в фильме ужасов «Мэнди» 2017 года Кейдж получил восторженные отзывы критиков. Так что не похоже, что этот 54-летний актер собирается снижать обороты. Номер 2. Джефф Дэниелс. Мы всегда будем помнить Джеффа Дэниелса за его роль Гарри в «Тупой еще тупее». Эта разбитная комедия снискала актерам международную славу. Но Джефф активно снимался и в других фильмах 90-х, таких как «101 далматинец», «Плезантвиль» и «Мой любимый марсианин». Он востребован и сейчас, правда, отдает предпочтение драматическим ролям в таких фильмах, как «Стив Джобс» и «Призрачная башня». Несмотря на свое плотное расписание, 63-летний актер находит время и для своей красавицы-жены и 3 их детей. Номер 1. Мэгги Уиллер. Все помнят Дженнис из сериала «Друзья», а поблагодарить за этого замечательного и очень смешного персонажа можно актрису Мэгги Уиллер. И хотя прошло уже 20 лет с тех пор, как она сыграла Дженнис, ее комедийная карьера на этом не закончилась. После «Друзей» она играла в таких популярных сериалах, как «Как я встретил вашу маму», «Блудливая Калифорния» и «Бесстыдники».
Сама Мэгги признается, что роль Дженнис всегда занимала в ее сердце особое место. И она счастлива, что этот персонаж принес радость такому большому числу людей по всему миру. 57-летняя актриса замужем и имеет 2 дочерей. И ее до сих пор можно увидеть в различных сериалах. А кто был кумиром вашего детства? И если вы росли в 90-е, понравилось ли вам наше сегодняшнее путешествие в прошлое? Напишите в комментариях. А пока не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями и близкими. Чтобы увидеть больше забавных и интересных видео, подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми. До скорых встреч!